Всем привет, дорогие друзья! У нас начинается 42-я ночь в 7 Days to Die, а это значит, что у нас начинается Орда. По-моему, 6-я Орда. Так, у нас выключена турель. Мне она сейчас не нужна, потому что если придут демолишеры, я надеюсь, что вот этими вот ловушками они активизироваться не будут. Активироваться их кнопка. Если они придут, но это далеко не факт. Здесь у нас закрыто, и я забыл, кстати говоря, поставить механизированную турель на крышу. Был такой план, чтобы птичек отстреливать. Ну и времени у меня особого не было там на все эти дела. Немножко здесь вот покоцано, почему-то я не починил. Это плевались полицаи, гады. Стекло это мы ремонтировать не можем. Давайте я... А, я выложил. Очки я переодел. Бафов у меня на опыт с собой никаких нет. Инструменты мы и починены, в принципе. Я думаю, что все, что я мог, я сделал. Электрика у меня с собой. Да, кстати, надо починить. Починить этот забор, пока я не забыл. Все. Встречаем Орду. Откуда они пойдут? Вон они бегут. Пока что обычные зомбаки. И да, я не распределил очки после прошлой серии. Мы там два уровня подняли. У меня должно быть что-то около 5 очков нераспределенных. Давайте посмотрим, как говорим. Да, 5 очков. Но после Орды уже. Мы этим займемся, если я опять не забуду. Пока что идут обычные зомбаки, даже не зелененькие никакие, ничего. Давайте там. Оба. Стоим. Не буду вмешиваться. Ловушки работают. Все идет своим чередом. Здесь вот идет. По чуть-чуть подгрызают, видите, эту решетку, но не критично. Даже полицейских нет почему-то. Собачки. Здесь никого, здесь никого, здесь никого. Так, а вот и ползун. Забыл я установить здесь пандус, как собирался. Времени особенно у нас не было на это. Почему собак не бьет? Все как обычно, никаких сюрпризов. Все уровень. Постреляем немного, чтобы они не доходили до нашего забора. И опыта больше. Пистолет не актуален абсолютно.
Очень быстро ломается автомат. К сожалению, такими длинными очередями мы тут долго будем отстреливаться. Ломают, ломают потихонечку, но прям потихонечку. Новая волна. Вряд ли, конечно, орда закончилась так быстро. Что волнами как-то они идут. Солдат вижу. Почему нет полицейских? Вот вопрос. В прошлую орду было куча полицейских. А сейчас что-то совсем не было. Так. Кто вам разрешил стену ломать? Габи. Почему-то на углах они стремятся разломать. Полицейских нет. Птичка зато есть. Гадская. Всего одна. Проверяем, не грызут ли нам стены. Не грызут. Так, а вот это уже плохо, то что он тут вот так ползет. Не, нецелесообразно стрелять из автомата. Нужно либо какое-то более продвинутое оружие, более скорострельное. И с лучшей перезарядкой. Либо я не знаю. Автомат это вот... отстреливать вот этих вот нахальных тварей, которые решили погрызть мне стены. Почему-то. А вот и полицейский. Откуда-то плюнул, непонятно. Или это птичка? Птички тоже умеют плеваться здесь. Некоторые. Я не вижу. Патрончики. Все берем. Так мы еще один уровень получим до конца орды. Пока вообще без сюрпризов. Демолишеров нет, на удивление. Я опять, друзья, забыл показать статистику и сам посмотреть, собственно говоря. Ну это, видимо, все уже можно забыть. Так, а зачем он ломает вот эту колонну? Это ничего не даст, все равно. Так, птичка где-то ломится. Вот она, тварь. Как ты сдохла. Так, тут никого. Вроде бы. Время почти час. Денежки. Почти час, но еще бегут.
Блин, не хочется мне лутать эти мешки. Но они их здесь могут просто разломать. Немного патронов. Так, зелень, зелень. Смотрите, зеленый паук бежит. Так, и он прорвался, тварь. Паук прорвался. Один. Самый смелый. Как он так успел? По периметру тишина. Так, еще плюется кто-то. Но это птички пошли. У нас бьющиеся птички. Уровень. Да, это птички плюются, это даже не полицейские. Где она, тварь? Вот она. Какие-то прокачанные птички, которые умеют плеваться. В игре нам такие, слава богу, не встречаются. Но на заданиях. Может быть, пока не встречаются. Может быть, еще встретятся. Паук, что ли, ломал? Или это я сам пострелял? Да, слушайте, я понял, почему они разломали мне вот эту решетку. Потому что не было забора тогда. Забор их подтормаживает, а ловушки убивают. А прошлую орду забора этого у нас не было. Время 2 часа, но они что-то не заканчивают. Половину сломался же автомат, хотя я особо-то и не стреляю. Так, птичка опять прилетела. Еще одна вроде где-то была. Так, паучара. Слышу паучара, но его убило. Что-то на спад вроде пошло, да? Пол третьего. 2.20. Все, что ли? Походу все. Походу это все. Ну такая вот орда. До полтретьего почти они бежали, в основном обычные, несколько там было зеленых паучков. Полицейских, если и было, то я не заметил, может быть, там 1-2. Демолишеров не было. Вот так вот. Выключаем ловушки. Ну, давайте лутаться. Да, никого. Давайте, знаете, разделать бы этих птичек. Не мешало бы. Немного костей получить. Все пригодится в хозяйстве. Так, ну погрызли они тут немного крышу.
Кстати, неплохо погрызли этот люк, он такой не очень прочный. Ладно, спрыгиваем аккуратненько, пробежимся по периметру, посмотрим. Ну вот этот угол, смотрите, прогрызли, слегка так подгрызли. Но в остальном, почему-то они любят вот этот угол. Я это уже давно заметил. Они вот этот угол любят и вон тот. Непонятно почему. Давайте сожрем допинг. Начнем лутать. И землю, смотрите, здесь тоже попортили. Вот это вот место. Деньги. Не так, чтобы много лута, но... Книжечка. Пятый пистолет. Возьмем. Так, это можно сразу ломать. Это все берем. Каска. Ее можно взять только ради того, чтобы достать модификацию. После этого она нам уже не нужна. Можно ее смело выбросить. Это берем. Это берем. Денежки. Это ломаем. Гвоздемет. Вот гвоздемет — это прикольная штука. Давайте попробуем с его помощью чинить блоки. Он хотя первого... А, у него нет градации качества. Смотрите, то есть он просто гвоздемет. Очки. Солнцезащитное восприятие плюс один. Так, и брать мне некуда уже. Давайте-ка мы смотаемся к нашему мопеду. Повыкладываем то, что вот так вот одиночные товары. То, что не стакается. Перья мне, в принципе, вообще не нужны. Это можно... Ну, пусть будет раз 8 штук. Разломаем. Патроны пусть будут. Эти можно сюда. Пока так. Блин, я же забуду. Давайте мы оставим вот так для ремонта. Я выложу здесь на базе. Вот. 300 патронов. Ну, тоже оставим. Идем дальше. Время идет. Баф спадает. Забираем. Сталь. Четвертая лопата. На продажу. А вот и утро, друзья. Но на этом ночная серия закончена. Днем мы это все дело продолжим и отправимся уже к торговцу пятого уровня.